Всем привет, с вами Джага, и сегодня мы поиграем в Gunman Clive. Ну, как бы, подозреваю, что это Стрелок Клайв. Клайв. Очевидно, это Клайв. Ну, собственно, начнем игру. Я тут, честно говоря, немножко уже прошел, но ладно. Попробуем на другом. Что, empty, go. Difficulty normal, easy, hard. Давайте нормал попробуем. Клайв или миссис Джонсон? Допускай Клайв. Воу-воу-воу-воу, наверное, это миссис Джонсон. Короче, в общем, девушку нашего героя. Ага. Похитили. Все ачивки тут такие жесткие, что я даже боюсь подумать, как их проходить. Типа, не получить... Все, уже я получил повреждение. Так что одна из ачивок провалена. И, честно говоря, переходить эту игру у меня никакого желания нет. Ну, по крайней мере, утки — это зло. Теперь мы знаем это точно. Да-да, они бьются. Неужели нам дают модный пистолет? О, три в одном. Еще одна из ачивок — это спидранер. Надо получить звездочки в каждом уровне за скорое время прохождения. Но, честно говоря, у меня тоже особых каких-то желаний пройти эту игру на... какой-то там прям невероятной скорости нету. Серьезно. Вау. То ли это койот, то ли пума. Прям из туалета выпрыгнула. Если это туалет, конечно. Stage clear. Конечно. Вот так вылазит просто. Когда хороший пистолетик, это классно. Ну ничего, сейчас начнутся двигающие платформы и босс. Вот там-то будет, да. Так, это какой-то чувачок с динамитом. Совсем не весело. Вот еще один. О-о-о-о-о-о-о-о. Цените, если у вас есть тройной пистолетик вот такой. Это вещь-бомба. А утки зло. Ну, я так понял, после прохождения игры можно будет проходить ее за утку, играя уткой. Ну, я, конечно, не уверен, но, наверное, да. Такое там должно быть. Что-то уже не весело. Ну, ладно, так. Две пульки приседает. Ты убит. Вверху никого нет? Кроме утки. Так, понятно. Прыгать на платформу, когда она приближается к тебе. Stage clear. No damage. Кстати, no damage. Это был второй уровень. То есть можно перевозвращаться, наверное, по уровням и перепроходить, чтобы было no damage. Так. О, это наводящийся пистолетик. Ну, не знаю, может, его не стоило брать. Ну да, в верхнего стреляю.
Такс. Вот так. В воздухе просто так фреза летает. Это, наверное, та фреза, которую я хотел получить на Новый год. Оу, stage clear. No damage. Это потому, что я уже тут его полчаса проходил, этот no damage. Потому no damage. Давай, зайца. Заяц тоже зло, кто не знает. Это вообще адское создание. Возможно, вы видели Монти Пайтон. Там такой заяц был, типа кролик. Лошара. О, сейчас начнутся неудачи одна за другой. Нет? Нет. Нам вернули пистолетик. Боги вестерна благоволят нам. Хо-хо-воу. Тройной? О, тоже прекрасно. Так. Правила платформы. Прыгать на платформу, когда она приближается, а не удаляется. Запомнили, детишки? Конечно, это не no damage, но, по крайней мере, уровень пройден. Ё-моё. Какие-то затупы. Ну, как-то так. No damage. Ну, думаю, следующий уровень мы рассмотрим потом. С вами был Джага. И вот эта вот загадочная игра. Ну, вот я теперь вспоминаю, почему я не люблю платформеры. Наверное, как раз поэтому. Всем пока. Смотрите дальше мои видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, и все такое. Adiós.